Ребята, и опять нам позвонили. Нам позвонили, что возле Дикси лежат малыши, очень крошечные. Сейчас будем смотреть, где и как. Мы просим у людей помощи, а люди просят помощи у нас. Это круговорот, ребята. И если мы друг другу не будем помогать, мы не выживем. Ну что, начинаем искать. Да, я снимаю. Собрали, нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Они поели, и там вот другое живет. Чего-чего? Зря вы кормили их. А как мы теперь достанем, если они накормлены? Еще просили, мы пока специально не давали больше. Сейчас я положу, и втроем будет. А, ну давайте, давайте, еду тогда. Давайте, еду. Подождите, вы их не пугайте. Миску подальше, миску подальше. Подальше сюда. Ну-ка, к нам поближе. Вот сколько у нас? Второй, с той стороны месяца зайди. Полтора. Месяца полтора, да? Три? Три, да. Давай, три. На. Только тихо, тихо, чтобы не напугать. Корвиз, говорю, чтобы не напугать. Коробочка. На, иди сюда. На. Давай, ребенка. Что ты, мой золотой, боже мой? Этот самый не страшно. Конечно. Не бойся. Тиморенький. Молодец. Как хорошо, что вы приедете. Ну, на этого второго тут тоже. Нет. Она с переноска машины. Никак? Давай, я сейчас, сейчас. Забирай! Давай, зайка моя. Вот так вот. Ну, через мое плечо сними мордочки. Ребята, мы просим помощи у населения. Население просит помощи у нас. Это взаимосвязано. Мы должны помогать друг другу. Понимаете, забрать легко. Чем их выкормить? Как их проглистовать? Как их обработать, как их привить, как их вырастить и найти им семью. Ребята, только все вместе мы можем это делать. Только все вместе. Слушай, а что если попробовать подсадить их к маме? А? К нашей маме? С малышами? Давайте попробуем. Они еще такие, что будут сосать. Друзья, малыши доехали в приют. Мы их разместили на ночь. К сожалению, были все усталые и стемнело, поэтому видео больше не сделали. Новости о малышах сможем рассказать завтра. А пока, друзья, пока мы обращаемся к вам. Жизнь продолжается. Не успели устроить малышей, как поступил звонок, что в зале магазина ползает котенок-подросток с раздутым животиком и сильно кричит. И, разумеется, поехали за котенком. Ребята, мы готовы выезжать и помогать. А вы готовы помочь нам их выкормить? Вы готовы нас поддерживать? Это решать только вам. Мы спасаем и отзываемся на любую боль, потому что миром правит доброта. И я хочу этого добра моим детям. А вы?